Доброго времени суток. У нас сейчас 30 июня, последний день этого месяца. Лето продолжается, а мы путешествуем на центральный рынок. Вот его парадный вход. Заходим в рынок, людей немного. Торговые места не все открыты. Как видите, с утра не очень-то и людно на нашем рынке. Хотя поодинокие посетители присутствуют, что-то люди продают, но человекопоток поменьше. Вот такие вот пустующие ряды, стоят велосипеды, машины. Раньше тут что-то и продавали, а сейчас вот так вот, изредка что-то да есть, но немного. Так это все выглядит. Всем хорошего настроения и до скорых встреч